Рагетон – смелый и дерзкий танец, который появился в Латинской Америке в начале 90-х. Сегодня он становится популярнее в России. И неудивительно, отличное настроение его исполнителям обеспечено, а некоторые уверяют, что зажигательный танец даже способен улучшить женское здоровье. Как направление развивается во Владивостоке, будем разбираться прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Катрин Мокка, профессиональная танцовщица, хореограф. Катрин, привет. Здравствуйте. Как я сказала, танец набирает популярность в России. Я знаю, что он как бы создан под влиянием нескольких музыкальных направлений, танцевальных. Расскажи, пожалуйста, об этом, расскажи об этом танце чуть подробнее. Ну, если вдаваться в историю, то танец сам возник еще в 1970-х годах под влиянием регги, то есть рабочие из Ямайки, которые жили и работали в Пуэрто-Рико, они привезли ямайские вот эти вот биты. Собственно, почему направление называется регги-тон? То есть регги — это взято от ямайских корней, и тон — это уже именно как хип-хоп. То есть если вдаваться именно в танцевальные стили, то там получается дэнс-холл, хип-хоп, некоторые степы из афробита. То есть вот в регги-тоне именно нет танцевальной базы, там по чуть-чуть из разных стилей. Угу. Вот. То есть я правильно понимаю, что этот стиль, он... даже немножко импровизационный, что ли? Можно так сказать, да. Но если раньше там в основном были движения корпусом, бедрами, плечами, то сейчас уже направление выходит на следующий уровень, и ценится не только вот работа там корпусом, да, а добавляется именно движение в большей части из хип-хопа. То есть все-таки реггетон — это вот есть, например, хип-хоп Нью-Йорк, да, стайл, а есть хип-хоп реггетон. Вот это латиноамериканский хип-хоп, так скажем. И сейчас там ценятся более такие усложненные движения, но все равно сопровождается латинской музыкой. Во Владивосток он пришел, насколько я понимаю, буквально недавно. Какой период он уже здесь популярен? И вообще популярен ли на данный момент? Но во Владивостоке, вот, возможно, он где-то лет 6. Ну, уже немало. Но популярен он становится благодаря мне. Нескромно, да? То есть ты, получается, единственная, кто сегодня занимается развитием. Есть одна студия, в которой есть реггетон, но это не такой, какой он должен быть. Вот. То есть все равно развитие идет. А в этом месте он каким был, такой и остался. Я езжу по разным городам, странам, собираю информацию, и поэтому у меня он более такой современный, на современный лад, так скажем. Поэтому... Расскажи немножечко о себе, как давно ты вообще танцуешь, почему выбираешь именно это направление сегодня, потому что я знаю, что ты, конечно, не только реггетон танцуешь. Интересно узнать твою историю. Ну, танцевать я начала где-то, это мне сейчас 25, ну, где-то 5 лет назад. То есть не с раннего детства? Нет, я раньше занималась легкой атлетикой и вообще в танцах просто ноль. Не разбиралась. Да. Как это случилось, я была на днях Латинской Америки, вот на спортивной набережной. По-моему, это было... Это был 13-й год, если не ошибаюсь, проходил этот фестиваль. До этого я занималась сама, дома перед зеркалом, у меня было переносное зеркало, я там закрывалась на все ключи и танцевала, чтобы меня никто не видел. То есть тяга была с детства? Да, но я стеснялась, были очень большие зажимы, и просто сам шаг сделать вот навстречу к своей мечте, он был очень сложный, потому что, опять же, вот эти вот какие-то барьеры непонятные. Я проходила с подружкой на спортивной набережной, и там был праздник Дни Латинской Америки. И ребята привезли кубинцев. Они, получается, пели и танцевали. И вот когда я увидела их на сцене, у меня просто... Я поняла, что у меня реагирует тело, все, на музыку, на танец. Я бросила подружку, побежала к сцене, давай танцевать. Ну и с этого дня, наверное, реггетон, я поняла, что я в него влюблена, и я хочу им заниматься. Но причем на сам танец... к хореографу я пришла где-то через год. То есть мне опять нужно было время, чтобы созреть, прийти к этому, перешагнуть все свои страхи. В общем... А ведь в этом танце очень важно как раз раскрепощение. Да. Особенно важно. Но это приходит с опытом. Когда в любом случае ты приходишь первый раз на урок, чувствуешь себя зажат, и тебе кажется, что все вокруг смотрят на тебя. Но это неправда. Каждый человек зациклен на себе и смотрит только на свое отражение. Раскрепощенность приходит со временем. Ну, там, я растанцевалась, например, через год.
И при том, при всем, что преподаватель у меня был мужчина, мне это было вдвойне тяжелее. Стеснялась, да, да, было некое стеснялась. К слову, о мужчинах в танце регетон, он, насколько я поняла, да, поправь меня, если это не так, он делится как бы на две части, да, то есть одна часть это танец в паре, и другая часть это такой, а даже на три, то есть танцор один, танцор в паре и группа танцоров. Ну, вообще, раньше регетон танцевали только в паре. Мужчина стоит сзади, девушка спереди, и они там делают такие провокационные движения. Что-то похоже на хасл, мне кажется. Нет, вообще ничего. Еще откровение. Но там, понимаете, там работает нижняя часть тела у мужчины и у девушки. Примерно картина складывается, да? Как это выглядит? Эротическая. Вот, и потом уже регетон стал сольным направлением, когда он уже начал развиваться. Ну, и я могу сказать, что я не могу лично разделить парный, там, сольный и командный. Регетон — это прежде всего музыка. Неважно, ты ее танцуешь один, с командой или вдвоем. Вот я и хотела как раз задать такой вопрос. Естественно, в любом танце, когда танцор на сцене, да, важно слышать музыку. Но мне кажется, регетон и музыка — это нечто иное. Нужно что ли пропустить еще сильнее через себя и суметь уловить этот ритм. Правильно же я понимаю? Но вообще латиноамериканская культура и испанский язык, люди очень чувственные. И большинство песен, несмотря там на веселый бит, как может показаться, они поют о любви, там, страдают, ну, в общем. И музыку нужно, естественно, пропускать через себя. Я вот прям на своих занятиях, когда даю какую-то хореографию, предлагаю пережить. То есть делаю перевод песни и предлагаю пережить эти эмоции, вспомнить из своей жизни какие-то моменты. В любом случае, когда ты танцуешь эмоционально и подача у тебя соответствующая, это уже, ну, и на выходе получается интересный вариант. Ну да, это безусловно есть, наверное, в любом направлении, потому что когда танцор переживает то, что он делает, это, ну, мы всегда видим этот результат. И нельзя, конечно, так сказать, что только в этом танце ты должен слышать музыку, но тем не менее она здесь играет такую роль очень серьезного дополнения. То есть если бывает хореография, да, ну, например, берут песню, под песню ставят музыку, да, либо наоборот, там, делают движения какие-то и там музыку подбирают. Здесь же, мне кажется, музыка немножечко диктует свое слово. Да. Она должна быть определенной, да? Но вообще я, когда выбираю музыку, я сначала не смотрю перевод. Я, как сказать, доверяюсь своим ощущениям. Примерно, что я могу почувствовать, когда я слышу эту музыку на другом языке. Испанский язык я не знаю, поэтому могу опираться только на свои внутренние ощущения. И интересно получается, когда я придумываю танец, потом смотрю перевод, и это полностью совпадает. То есть мои чувства меня еще ни разу не подвели. Интересно. Это, да, это уникально, конечно. Ты сказала, что стараешься как можно больше сегодня дать информации об этом танце в его классическом проявлении. Где ты черпаешь эти знания? Ну, я в основном, конечно, от носителей культуры забираю информацию. Часто езжу в Москву, на фестивалях не была. Стараюсь брать персональные тренировки, чтобы каждый преподаватель мне рассказал какой-то свой секрет. У нас сейчас очень много талантливых ребят, именно русских, которые... Ну, они просто столько делают для этой культуры, сколько не делают кубинцы. Поэтому я езжу по разным городам. Вот последние разы я жила в Дубае, но там я в основном занималась афробитом, вот, и немножечко отошла от регетона, но все равно это пополнило мою копилку знаний. Вот этот стиль тоже интересный достаточно. Но все-таки регетон — это любовь. Можешь еще немного рассказать о технике? Вот понятно, что тут важную роль, основную роль играет нижняя часть тела, да? Расскажи еще какие-то, может, здесь нюансы. Но в регетоне я лично для себя выделяю корпус, плечи, бедра. Ну, это самая база. Ну, и там уже зависит дело настроения, опыта, музыки. Есть музыка, на которой вообще не хочется ничего делать. Просто стоишь, двигаешься спокойно, и это выглядит эффектно. Но не знаю даже,
Может быть изоляция, когда ты делаешь, например, плечи у тебя идут одни движения, бедра другие. Ну, изоляция — это, наверное, самый первый, самый важный пункт в риггитоне, потому что когда части тела работают вроде как по отдельности, а потом соединяются вместе, это выглядит круто. Угу. Не, ну действительно, танец очень эффектный, его называют, как я сказала, дерзким, провокационным, да, потому да. что он такой, действительно такой. Да, раньше, на самом деле, риггитон запрещали транслировать по телевидению, по радио, потому что текст песен, он очень откровенный, движение тоже, и его танцевали только на подпольных дискотеках, но туда тоже было нелегко попасть, потому что там... Ну, были распространенные запрещенные вещества. И даже когда играла музыка, реггетон, проезжала машина, полиция останавливала машину, изымала кассету, ну, то есть было очень строго. Я так понимаю, это было на родине танца? Да, это было в Пуэрто-Рико. Потому что к нам он пришел уже в любом случае... В Москве где-то в 2011 году. Да, да, даже видишь, даже раньше, даже позже, да, да. чем в 90-е, да. получается. А уже в 2000-х годах, вот так если посмотреть, раньше полностью был запрещен, и то есть как музыка шагнула вперед, говорю о том, что в 2000-х годах реггетон стал гимном выборов. Представляете? Интересно, необычно, конечно. Да. Ну а сегодня, я так понимаю, он также там развивается? Конечно, сейчас реггетон — это одно из самых популярных направлений. Раньше... Ну, может быть, пару лет назад дэнс-холл набирал такие направления. В нашем городе достаточно много людей танцует его, и много преподавателей развивают. С реггетоном сложнее, потому что должен быть один человек, который это все начнет. Вот я могу сказать, что это я. И там уже будут последователи из своих студентов, я буду выращивать следующих преподавателей, ну и уже все, запустится. Система. У тебя есть уже команда. Да, у меня есть команда, но могу сказать, что она появилась у меня, так как у меня не было определенного места жительства, я жила то во Владивостоке, то потом в Дубае улетала, в Москве жила, везде по чуть-чуть, я проводила просто спецкурсы двухмесячные, и у меня не было места, где я веду занятия там целый год в одном месте, например. Я провела, уехала, провела, уехала. А сейчас вот уже с сентября я собрала девчонок. Понятное дело, что команда обновляется, кто-то уходит, кто-то остается, но вот сейчас могу сказать точно, что у меня есть уже где-то 30 человек, которые танцуют реггетон. Они у меня разбросаны по городу, там кто-то за городом, кто-то в центре, но в любом случае мы тренируемся и готовимся. Мы чуть позже обязательно продолжим разговор о твоей команде. Давай сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Мы остановились на команде. Ты сказала, что у тебя уже есть 30 человек. Это немало. Да. Так вот, у вас еще также есть и проекты, я знаю, уже планы, проекты. Не могла бы поделиться ими? Именно про проекты рассказать? И про проекты, и про планы, все, что нужно. Ну, вот с девчонками мы готовим номер. Мероприятие у нас состоится 10 марта в ГУЭСе, в андеграунде. Для нас это будет первый опыт, так как, ну и в принципе для меня, как для хореографа и для преподавателя тоже, я выступала всегда одна, без команды. Это, конечно, сейчас колоссальная ответственность, и столько людей нужно. У нас всего один месяц на подготовку. С одной частью мы уже начали готовиться, с другой еще нет. Сегодня вот как раз у нас будет первое занятие. Переживаем, во-первых, костюмы, во-вторых, надо всех синхронизировать. Ну вот, надеюсь, что все сложится, все будет круто, мы 10-го выступим, посмотрим. Ну, фестиваль называется «Мечтать», кажется, он такого среднего уровня, что в принципе для нас подходит. Там уже определимся, если мы выступим достаточно хорошо для того, чтобы пойти на следующий уровень, 23-го, по-моему, марта еще будет фестиваль, мы там совсем тоже... Совсем близко, да? Да, да, мы там тоже заявим о себе. Ну и уже пора рассказывать о реггетоне, нести его в массы, чтобы другие танцевальные команды тоже переходили к нам. Так это сугубо танцевальный фестиваль? Да. То есть это не фестиваль латинской культуры? Не-не-не. Да, танцевальный фестиваль, и
Я думаю, что, скорее всего, мы будем одни в этой номинации, в реггетон, так как никто его, в принципе, больше не танцует. Там в основном вок, хип-хоп, ну и по возрасту там детские команды, средние и взрослые. У меня там девчонки от 16 лет до 50. Ух ты, как интересно. Это, кстати, отдельная тема. Я хотела поговорить про возраст участников. Вот со скольки лет, собственно, можно начинать и нужно? Я так понимаю, что здесь каких-то ограничений нет. Ограничений нет. Все зависит от желания родителей и от желания ребенка. Если взять меня, например, я бы отдала уже там, в 5 лет танцевать, но не каждый родитель согласится на это, потому что танец достаточно специфический, и не каждой маме понравится, что ее девочка учится там крутить попой уже с такого раннего детства, поэтому все на самом деле индивидуально. Но я бы посоветовала отдавать уже детей в осознанном возрасте, когда они уже могут посмотреть видео и понять, что они хотят этим заниматься. Приблизительно 14 лет, я думаю, уже можно. Ну и это не будет смотреться как-то вульгарно или... Ну опять, если возвращаться на Кубу, то там танцуют вообще... Вот родились, встали, все, затанцевали. И это не считается как-то... Зазорным, да? Да. То есть там уже даже батлы на улицах, у них же бедный остров. И они прям там в шортах, в топиках, маленькие, взрослые, танцуют. Ну да, мне кажется, каждый из нас хотя бы приблизительно имеет представление о том, какова культура Кубы. И первое, наверное, с чем она ассоциируется, это, пожалуй, танцы. Вот эти танцы, зажигательные музыка. На улице, в вечерних кафешках, да, таких кубинских. Это очень интересная у них целая культура этого танца. К слову о кубинках. Весь мир, наверное, восхищается их великолепными фигурами, телами, аппетитными, такими женственными формами. Так вот, насколько я знаю, реггетон может быть полезен и тем, кто хочет как раз-таки улучшить свою фигуру, сделать ее более женственной. Правда ли это? Ну, это правда, и я бы не относила это только к реггетону, вообще любой танцевальный стиль, который такой достаточно сильный по энергетике, он в любом случае, хочешь не хочешь, заставит тебя похудеть. Потому что танец энергичный, и движения очень активные, такие... Ну, то есть ты танцуешь нон-стоп один час, вообще без остановки. Без перерыва. Конечно, да, конечно, похудеешь. И могу сказать по своему опыту, я раньше занималась легкой атлетикой, когда начала заниматься реггетоном, у меня фигура стала более женственная, не знаю, как это сработало, так как получилось, просто начала танцевать, и формы такие стали более плавные, женственные, ну и, конечно, ощущение внутри себя, что я уже выросла. Мне кажется, это объясняется тем, что все-таки это постоянная работа. Талия, да, так или иначе, задействована всегда, конечно. Плюс нижняя часть тела, и, конечно, формируется в любом случае фигура немножечко иначе, чем, не знаю, в классической хореографии, да, где все-таки мышцы немножечко по-другому согласна. Работают. А, что касается, вот я в начале программы сказала, что также он положительно сказывается на женском здоровье. Да, правда это тоже это? Правда, и об этом даже в газетах писали раньше, когда он еще только начинал, набирал свою популярность. Мы же очень много делаем движений нижней частью, то есть, получается, тазом, и я тоже могу сказать по себе, что это 100%, это работает, если у кого есть какие проблемы, на реггетоне все растрясем. Здорово, то есть, в принципе, противопоказаний каких-то серьезных нет, да, к занятиям? Нет, ну, единственное, что когда больная поясница, там у нас же постоянно растягивается позвоночник, противопоказаний нет, но, наверное, придется поосторожничать. В этом моменте. А ты сказала, мои девочки, моя команда, мои девчонки, мальчишек пока у тебя в команде нет. Нет. А они нужны? Не доходят. Да, но вообще у нас Владивосток достаточно в этом плане, ну, например, если брать Москву, то там очень много ребят танцуют реггетон. В Владивостоке, ну, танцы, это как бы, это не для меня, я пойду на борьбу, там, в тренажерку. Как-то еще до этого не созрели. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь это случится. А в принципе... У меня был один ученик, который танцевал реггетон. Ну, его хватило на 2 урока. Все, он потом сказал, нет, мне не подходит. Ну,
Ну ничего, все еще впереди в любом случае. А ты же в любом случае занимаешься также другими направлениями. Вот интересно в целом, много ли парней сегодня танцуют во Владивостоке? Не только реггетон. Но сальсу танцует достаточно много людей, потому что ее начали развивать еще где-то 10 лет назад. Хип-хоп танцует много, дэнс-холл также танцует много. Да, в принципе, танцующих парней достаточно. Но что именно касается латинской культуры, их... К сожалению, меньшинство. Я не думаю, знаю, все впереди. Это связано, да, возможно, все впереди. Будем надеяться. У нас остается немного времени, и я знаю, что у тебя есть еще одна информация, такая немаловажная, я думаю, которая очень привлечет внимание наших телезрителей. Ты также сейчас занимаешься разработкой проекта, который вот-вот стартует. Да. Это проект, можно сказать, социальный даже. Да. Расскажи о нем. Нет, не можно сказать, он это 100% социальный проект. Вот расскажи нам подробно. Да, я занимаюсь... подготовкой людей. Где-то это у меня начнется 16 февраля. Еще пока в разработке, но я думаю, что уже какую-то часть студентов можно будет найти и начать. Суть проекта в том, чтобы людей старшего поколения, это приблизительно возраст от 55, там, ну, я не знаю, до скольки можешь танцевать, до скольки танцевать, подтянуть на танцы. Занятия будут проводиться по субботам на бесплатной основе. То есть я это делаю для чего? Для того, чтобы у людей, вне зависимости от их финансового положения, была возможность ходить на занятия. Тем более у нас пенсионеры, ну, у них там, ну, как бы на нашу пенсию особо там не потанцуешь и как бы... Не до этого. Вот. А я хочу именно собрать группу. Я знаю, что в Москве очень много людей, которые объединяются и танцуют. Но они танцуют, как обычные люди, платят и танцуют. Вот. Я подготавливаю все для этого. Надеюсь, что наберутся у меня желающие, потому что это очень интересно. Занятия, конечно же, рассчитаны на этот возраст, то есть мы не будем особо прыгать. Но по большей части урок рассчитан на общение, на объединение. И сейчас у нас уже приближается весна, а там и лето. Будем проводить опен-эйры, вечеринки. И все это опять бесплатно на разных красивых площадках нашего города. Это очень здорово. И скажи, куда обратиться, как тебя найти? Я думаю, да, что уже многие можно, заинтересовались. Меня можно найти в Инстаграме. Я там называюсь Реггетона Мама. Еще никнейм этот придумала где-то, не знаю, когда зарегистрировалась в Инстаграм, еще не подумала, что это может быть действительно как напророчила, да, себе? Да. И, в принципе, у меня там вся информация есть о занятиях, цены, можно найти адрес, все можно посмотреть в Инстаграм. Здорово. Кэти, спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь, что развиваешь такой интересный танец, как реггетон. Я желаю тебе успехов, желаю тебе парней в команду. Спасибо, будем ждать. И победы в конкурсе. Спасибо. Спасибо тебе большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.